about a brand new Porsche. Cam did too, Cam did too. Thought about a brand new Porsche. Cam did too, Cam did too. Thought I met a bitch on tour. Cam did too, Cam did too. Dollar made a meal on tour. Cam did too, Cam did too. Здорово всем, друзья, с вами я, мистер Чир, и вы набрали 200 лайков, и сегодня выходит, конечно же, ролик по FIFA 20, по карьере вратаря. И сегодня у нас стартуем с кубкового матча, но перед этим хочу попросить всех подписаться, ведь я напоминаю, что 72% людей смотрят канал без подписки. Надеюсь на вашу активность и нажимайте кнопочку подписаться. Ну а мы погнали играть в Кубке Англии. Итак, первый кубковый матч, надеюсь, не последний, поэтому давайте, парни, поднажмите, помогите нам пройти дальше, ну а я буду стараться тащить. Пока мячом полностью владеют наши противники. Посмотрим, сможем ли мы после вот этих первых минут забрать себе мяч. Пока все очень плохо. Подпускаем соперника близко. Наши ребята вообще никак не цепляются за мяч. И полностью игру контролируют пацаны в белом. Ну вот, первые минуты, когда мы наконец-таки смогли зацепиться за мяч. И сразу же с ним расстались. Мы его не бережем. У нас система такая. Просто взять мяч куда-нибудь подальше от ворот. Отправить, и все будет хорошо. Аккуратненько. Опять нас поджали перед своими же воротами. Оборона как-то не хочет выжимать соперника с нашей половины. А соперники спокойненько владеют мячом. Офигеть, ударчик. Лутон Таут. Таун нас жмет. Ну, здесь бы я вообще бы никак мяч не смог бы забрать. Напишите в комментариях, в какой лиге играет Лутон Таун. Может быть, в нашей лиге, я не знаю, честно. Пока вообще соперников из нашей лиги не знаю, кроме некоторых команд, с которыми мы уже сыграли. Их только две. Аккуратненько. Опять соперники подошли к нашим воротом. Думаю, сейчас он будет бить. Думаю, сейчас он будет бить. Сейвище. Опа, открытый фланг у нас. Будет подача или что? Передача. Расстрел. Пфф, мы лежали уже. Мы уже лежали. 1-0 проигрываем. Поц забрасывает. Забрасывает мяч уже в пустые ворота. Хоккей везде переплетается. Забивает, ладно, друзья, исправлюсь. Вот, передача, удар. И лучше б ты не подставлялся под этот удар. Ну ты поц, конечно. Додавили. Додавили нас. Додавили соперники. Ну и сложно было нам в этой ситуации хоть что-то сделать. Может быть, на первый мяч мы смогли среагировать, а вот дальше уже не успеть. Соперник на голову выше нас. В уровне. Я не имею в виду рост, я имею в виду уровень игры. Полностью нас переигрывают. Не дают вообще никак выйти со своей половины. Зажали и комбинируют. Разыгрывают очень легко мяч. Забрал. Ну вот это уже очень плохо. Подача будет? Будет подача. Угловой. Угловой это всегда опасно. Немножечко вперед. Защитник помог. Хорошо. Ничего себе, они тут распасовывают. 2-0. 2-0.
Нас разносит. Опа! Скорпионом передача. Нет, ну здесь вообще никак. Никаких шансов не было засейвить. Прыгали, но... Увы, здесь можем получить только травму в этой ситуации. Недоволен наш тренер. Недоволен. Джейк Джервис. Ну опять, ну только что мяч получили и разыграли. Ну как так-то? Первый тайм полностью провален. Смотрите, как они комбинируют. Просто легко владеют мячом. Ну и конец первого тайма. Начинаем второй тайм. Увы, не мы, соперники. И сразу же пойдут в атаку. Даже выигрывая 2-0, можно идти в атаку, так как мы в атаке себя показать не можем. Да и в обороне проблемы. Посмотрите, как легко у них двигается мяч. Это, я не знаю, наши даже не могут подойти близко к мячу, и как они быстро расстаются с ним. Будет подача? Хорошо. Три-ноль, Браун. Смотрим на повторе. Смотрите, как они в одно касание. Жесть. Где оборона в этой игре? Нас разносят. Я думал, в кубке мы хоть куда-то подальше пройдем. Нет, нас сразу же выносят. Вперед ногами. Пас в разрез. Да, серьезно вы. Так спокойно дает. Опять не под, на подборе никого нету. Угловой. Ну там я уже прям ору на своих защитников. То, что они никак не играют. Да куда? Меня тянет. Это что было? Ладно, вынесем. Ну, подбор мяча в атаку. Давайте, давай, давай, давай. Тяни, тяни мяч. Хорошо, бей. Удар, голкипер. Красиво сыграл сейчас. Угловой. Сейчас будет повтор. Удар. Шикарно. Шикарно играет 40-й номер. Эмпанзу. Удар! Перекладина! Добить! Некому. Некому добивать. И отсюда можно подать или что-нибудь сделать. Нет, просто потеряем мяч. Хорошо. Ну вот. Вот мы уже и на половине соперника. Зачем было бить? Можно! 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 Забивать! 3-1! Я не знаю, почему там упал сейчас защитник. Но мы смогли сейчас отквитать один мяч. Смотрим на повторе. Удар. А, он запнулся об своего же. Хорошо, хорошо. Ошиблись сейчас в обороне. Два защитника. И дали возможность нашему нападающему выйти, можно сказать, просто на ударную позицию. И забить в пустые ворота, потому что голкипер уже потерял их. Он немножечко рванул вперед и ошибся. Как раз таки заменили автора забитого мяча. Заброс. Опасно. Мимо! Ух! Потеря мяча от защитника крайнего. Это всегда очень опасно. Слава богу, атака быстрая у соперника не получилась. Пришлось немножечко в оборонку отойти. Перехват и ваут. Зачем было сейчас ваут скидывать? Пошел в обводочку. Передача. Налево, можно дальше. Хорошо. Примет. Подача. Нет. Нет, еще раз нет. 82-я минута пошла. Проигрываем 3-1.
Ну вот уже и голы есть по нашим воротам, причем целых три. Ну, я считаю, что они не берущиеся. Напишите в комментариях, смог бы я как-нибудь засейвить. Может быть, третий, если бы я остался прямо на ленточке, может быть, бы я и засейвил. Но нет, не получилось. Тихо. Хорош перехват. Нет, забрать мяч не получается. Сейвлю. Ближнему. Последние минуты соперник будет проводить в атаке. Главное четвертый, офсайд. Главное четвертый не пропустить. И тогда все хорошо. Я не знаю, тут по одной игре или по две игре в кубке. Будет ли выезд у нас вообще? Вряд ли, конечно, будет по две игры. Здесь, мне кажется, одна игра и сразу же вылет. Будет бить. Передача. И тут передача, а здесь удар! Мимо ворот. Неплохо. Все, судья свисти. Вынос-то, кстати, у нас хороший получился. Конец игры, поражение, вылет из кубка. Наверное, вылет из кубка, да. Ого! Дядя. Ну и отправляемся с вами. Ну, вот посмотрите, какие разыгровки у нашего соперника. Ну, как такое брать? Как такое брать? Поймана, отбита. Пропущено. Короче, 7 ударов было по нашим воротам. Но мы хоть что-то засейвили. Итак, давайте посмотрим все новости, какие тут есть у нас. Браун забивает гол, оформляет победу своей команды над Кембриджем. Браун так и не может привести команду нашей к ничьей. Что у нас еще есть? Ну, это, как я понимаю, то, что они прошли. У нас что еще есть? В клубе какие новости есть? Не то. Срочные новости. Ливерпуль-Челси. Ну, за суперкубок, да? Ну, пока больше никаких интересных новостей нету. Ну и перед этим мы с вами потренируемся. Хочу посмотреть, что вообще есть еще здесь. Потренировать. Штрафные удары, что ли, потренирую. Точные пенальти, точные навесы давайте. Может быть, потренируются у нас выносы вперед. Пенальти. Ну, короче, вы поняли. Все, что можно, я поставил. И рассчитаем. Опа. Вбрасывание у нас вообще на двойку. Ну, один на один, хоть на четверку. Да, по пенальти, конечно, проблема. Нужно пенальти качать. Качать. Это плохо. А вдруг мы будем где-то в серии пенальти играть, кто знает. И да, еще. Хотел бы с вами вот о чем поговорить. Смотрите, какие есть бутсы. И вы напишите в комментариях, какие бутсы нам прикупить и поставить себе в ножки. На ножки одеть. Вы понимаете, да, какие тут есть? Я вообще бы какие-нибудь яркие бы какие-нибудь одел. Наподобие... Вот таких адидасов, неметис. Что-нибудь яркое. Я люблю яркий цвет, поэтому, если хотите, выбирайте что-нибудь. О, вот эти. Блин, давайте пока вот сейчас приобретем себе их. Как их поставить теперь? Сейчас я разберусь. Ну, в общем, честно, я пока не понимаю, где тут поменять нам бутсы. Ну, напишите в комментариях, кто играет карьеру вратаря. Я думаю, вы знаете, где меняются бутсы, где они ставятся и где вообще что-то изменить можно. Может, где-то прическу можно изменить и так далее. Итак, играем мы с Колчестер United FK. Они идут на 6-й строчке. Мы идем на 9-й. Одинаковое количество очков. Ну и это претенденты там на 3-ку, на 5-ку. Не знаю, как здесь это считается. Но я хочу все-таки выиграть чемпионат и попытаться протащить команду дальше. Погнали. Ну что? Очередной матч лиги.
Думаю, что этот соперник будет посложнее. Все-таки выиграл одну игру, а то сыграл в ничью. Наш уровень. Но, блин. Предыдущий матч в кубке нам показал, что оборона у нас не очень-то хороша. И стоит ожидать всего от них. Последние минуты идут в первом тайме. Где нашел судья 2 минуты добавленных, честно, не понимаю. Учитывая, что мяч находился постоянно в центре поля, и замен никаких не было, и никаких травм там так далее. Очень странно, первый тайм закончен. И здесь у меня только рука-лицо. Вот такая вот статистика. 58% владения мячом у Колчестеров. Колчестер, или как они там. Ну, очень странно. Хотя они больше, мне кажется, мячом владели. Теперь мы немножечко в тенечке. А то солнце било прям нам в глаза. А голкипер Колчестеров спокойненько себе отдыхал в тенечке. Ну и мы встанем в тенечек, отдохнем. Пока опасности у наших ворот нету. Все, Колчестер начали владеть мячом и идут в атаку. Можно и из тени выйти. Пас по флангу. Смотрим, смотрим. За человеком на 11-метровой. Опять будет подача. Подача. Хорошо. Удар. Фух, защитник. Как говорят обычно комментаторы, когда голкипер стоит без дела, любой удар может быть опасным. Вау! Что это было? Вот это скорость! Вот это скорость по флангу! Зря он замедлился, конечно. Но посмотрите, как он легко отдает мяч своему же игроку в штрафной. Можно вперед отдать. Хорошо. И продлить. Ой-ой-ой. Опять позиционная атака. У наших соперников. Ну нельзя так принимать мяч своей штрафной. Лапслай. Лапслай. О-о-о. Хорошо, что там малыш был. Ой-ой-ой, подача, я играю. И удар. Первый удар, друзья, можно сказать, в створ в этой игре. Да и вообще первый удар, даже в створ не было. О, вне створа ворот не было ударов. А тут прямо первый же удар и в створ. Офигеть. Пока мяч у них держится. Ну вот. Пас в разрез. На фланг будет подача. Играю! Хорошо. Угловой. Встанем сюда. Играй, защитник. Взял. Туда его. Ну все, сейчас свисток будет на перерыв. На конец игры. Ну, странная игра, конечно, с командами, которые претендуют на верхние места в таблице. По одному удару, один мимо, один в створ. Ну, это такой маразм, конечно. Это просто жесть. Нельзя так играть. Хочется какого-то экшена, а экшена никакого нет. Так. Сейчас матч с 11 местом. Мы идем на 10. Но у нас одинаковое количество очков с Колчестером, который мы играли, и с Гримсби. С Гримсби Таун. Вообще, я смотрю, во второй лиге почти у всех есть приписки или Юнайтед, или Таун. Итак, следующий матч у нас с Канторой. С Канторпи. Мы постоянно в стартовом составе, поэтому все хорошо. Сейчас я хочу вам показать нашу карьеру. Нашу зарплату. Нашу цену. Запомните. 2200 миллионов евро. Наша цена. И, конечно, мы ждем, чтобы она увеличивалась. Ну и актуальная зарплата всего лишь почти 1500 евро в неделю. Может быть, для второй лиги это и хорошо, но мы стремимся, конечно же, получше. Оплуа вратарь. Положение в лиге 10. Средний рейтинг 7. Лучший
Лучший игрок матча ни разу. Лучший игрок месяца ни разу. Лучший игрок года нет. Все очень плохо. Все, ничего нет. Но одна победа, две ничьих и одно поражение в сезоне, да. Предварительные игры здесь не считаются. Поэтому пока вроде бы статистика неплохая. Одна победа, одно поражение, две ничьих всегда хорошо. Третья игра у нас за сегодня. Видимо, с важным соперником мы играем. Поэтому так показывают разминочку. Ну давайте попробуем. Попробуем взять очки в этой игре. Вообще бы хотелось, чтобы наши парни все-таки смогли выиграть. Играем дома все-таки при своих трибунах. Поэтому нужно набирать очки. Ну и вперед в атаку. По флангу. Хороший пас. Можно дальше продлить. Еще. И вот здесь пробить. Ох, защитник. Удар, голкипер. Давить. Начинают играть более агрессивно в атаке. Пас хороший в штрафную. И вот здесь, куда ж ты подаешь? Куда? Там малыш у нас маленький. Зацепились за мяч, хорошо. И пас в разрезик. Теперь главное не накосячить. Но мы умудряемся накосячить. Ой-ой-ой, ошибка. Фланг-то вообще открытый полностью. Мне кажется, нашей атаке не хватает какой-то скорости. Постоянно зацикливаемся на коротких передачах. А передача вперед заканчивается тем, что или перехватывается, или вообще она летит куда-то за боковую или за лицевую линию. Перевод. Проходит. А здесь некому на подборе сыграть. Хорошо, что неударная позиция. А вот сейчас Сывище! Смотрим повтор. А мяч-то в ворота летел. Играю. Блин. Вернуться. Оп. Пацаны, мы сделали сейф. Сделали работу. Остается теперь вам сделать небольшой шажок в атаку. И попробовать забить. На месте судьи я бы вообще просто закончил сейчас игру. Ну, не игру, а именно тайм. Перевел матч на перерыв. Подача опасная. Хорошо. Ну и все. Конец первого тайма. Ждем второго. Ну вот первая атака после перерыва у соперника. И она получается довольно-таки интересной. Если бы хорошо прострелил, я думаю, что момент был бы жаркий. Здесь может быть опасно. Ой-ой-ой. Нет. Рука была. Ай, отбили. И прямо от штанги мяч залетает в ворота. Ну что же делают наши игроки в обороне? Что же вы делали сейчас? Смотрим на повторе. Вот здесь вот. Куда? Куда ты в сторону своих ворот отдаешь передачу? Точнее, не в сторону своих ворот, а в сторону 11-метровой. Куда точно нельзя выносить. Ну вот здесь отбили, от штанги мяч залетает в ворота. Но скользкий мяч после дождя. Да и дождик накрапывает до сих пор. Тренер не понимает, как можно было это сделать. Как можно было допустить, чтобы вратаря так расстреливали. Пропускаем. И сразу же тренер двойную замену делает. Нужно отыгрываться. Нужно идти в атаку. И главное в этой атаке не ошибаться. Удар в створ. Подача. Нет. Опять до удара не доходит. Какой перевод. Ну тут я. Возьмем мяч в руки. Пас, будет удар. Будет удар, это гол.
2-0. Слейтер дубль. Вроде он забивал первый мяч. Недовольны трибуны. Не, ну тут не дотянуться. Нереально. Ни один из защитников не помог нам сейчас. Ну что, 20 минут остается на то, чтобы сравнять счет. Но я думаю, что не получится. Отдай. И вот здесь пробей. Да почему вы не бьете из-за штрафной? Вот эти вот подачи в касание, не понимая их. Удар! Голкипер. Прям по центру. Главное не проиграть разгромно. Вот сейчас. Немножечко запрессингуйте. Не дайте подать. Да прострелить тем более. Забросик неплохой. Ну вот это вот. Что было сейчас? Угловой удар. Тренер, отправь нас в атаку. Мы сможем. Тренер, ну почему не хочет, чтобы мы были впереди? Подача, удара нету. Не доходит мяч до наших игроков. Подавай туда. Закидушечки. Все, последняя минута. Последняя атака, которая захлебывается. И поражение очередное. Вот так вот. Не так уж и легко играть в карьере вратаря, я вам скажу, в FIFA. Не все от тебя здесь зависит. Может быть, в карьере за вратаря в NHL-ке многое зависит от тебя, но здесь это не так. Оборона вот на втором голе немножечко, можно сказать, лоханулась. И мы там уже бессильны. Просто удар в угол, и мы до этого мяча не достаем. Просто здесь удар мог быть и в обводочку в дальний угол, может быть, в ближний вот так понизу, как нам сейчас забили. Поэтому хрен ты подгадаешь. Давайте посмотрим таблицу. Мы находимся аж на 15 строчке из 24. Нифига себе, тут 24 команды. На первой строчке идет... А, мы играли сейчас, получается, с пятым местом. Они на пятое место вышли. И здесь есть команда, которая еще даже ни разу не проиграла. Это Macclesfield. Окей. Окей. Ну что, в следующих играх мы постараемся взять очки. Наконец-таки. Попытаться. В сухую. Планируется 3-4 игры в сухую. Вы что, прикалываетесь? Средняя оценка будет 6,8. А вот пропущено голов... Мы 0,5 пропускаем, нужно 0,4. Ну окей, окей. Нужно статистику улучшать в следующей серии. Увидимся с вами. 200 лайков, следующая серия выходит. Всем спасибо, всем пока.